Ты у нас оружейный, я с фонариком. Если что, я бегу в лес, если будут по нам стрелять. Ладно, сразу Да если что, то беги куда-нибудь, прячься там, каждый за себя. Там уже скоординируемся. Вот здесь чисто. Вот дырки нет там? Нет. Тогда легче здесь пойти. Вот здесь, да? Чем обходить его вокруг. Давай-ка я сейчас как раз там посмотрю дырочки. Галка молотка. Ну раньше ручного оружия, по-моему, больше было, чем сейчас. Конечно. Сейчас, что, загляну в дырочку, я? Ну загляни, я что тебе, только не прыгай, не скачи. Согрелся, Вань, кто-то. Сзади. Сзади, откуда мы пришли. Бежит, бежит, я слышу. Жди ее только, да, давай. Вот, а вот она бежит. Вижу. Проснула тебя, нет? Нет. Блять, поздел. Еще один. Вижу. Стреляю, нет? Нет. Хорош. Сейчас. Отлично. Коснула она меня. Молодец. Коснула, да? Ну, да. У меня, кстати, тоже половина жизни. Нам бы надо. Ой-ой-ой. Так давай вдоль заборчика, прям вдоль заборчика правого. Только смотри, чтобы тебя справа тоже не было сразу зомби. А, мы здесь не пройдем, Ванька, без войны. Я понял. Вот они уходят. Ты уверен, а тетка-то стоит? Тетку-то можно, ладно, на нас еще в это вывести, а эти-то. Давай попробую сагрить и отходим в туннель. Ты ее попробуй. Угу. Тетка, иди сюда. О, все, подожди, она уходит. Справа тоже есть, по-моему. Смотри за ней. Ой! Ага. Сема, все, идет. Сзади, беги, 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 Сема, сзади! Успела, нет? Да. Их много, бежит. Бежим пока. Налево? Давай налево, Ром. А потом-то что? Сейчас, главное, что... Она одна. Нет, она не одна. Втрое их. Там есть что-нибудь? Нет? Все здесь. Вот сюда. Все, тут дырка есть. Ну-ка, они-то через эту дырку тоже пробегут. Да, пробегут. Ты где? Здесь. Еще, Вань, еще. Вижу, блядь. Меня куснули. Я на машине. Красавица, у меня-то сил нету. Спасибо, что помог. Я пока не заряжался фонариком. Ой, братюня, ты мой братюня. У меня один патрон. Дай мне, пистолет еще бежит. Вижу. Нет, не бежит. Дай пистолет, пожалуйста. У тебя есть чем полечиться? Не. Я поэтому-то сюда и хочу пойти, чтобы с чем полечиться. Думаешь, что-то есть? Иначе выбора нет. Опять еще один бежит. У меня все, у меня одна коцка и все. Я понял тебя. Сюда даже залезть-то нельзя. Я даже не могу бегать. Блин, что ж такое? Да? Тебя что по жизням? Половина. Везучий. Если честно, у меня экран такой мутненный, я ничего не вижу. Темно очень. Где бы нам медикаменты поискать, он? Я не знаю где, но мы здесь не пройдем точно. Вот так, диагонально в красное здание вот идем, понял? Машины обыскивай. И вот так. Церковь, где... церковь ты имеешь? Да. Там 100% что-то даже. Вань, ну ты имей в виду, что я бежать не могу, у меня только 5 патронов. Ладно, ладно. Там как раз дырочка свободна. Вань, если они кто-то двинутся, нам капец. Я же иду нормально. Я за собой кровь оставляю просто. Там смотри, там где мы были, еще есть одно здание. Еще одно ответвление. Все, надо как-нибудь это... Сервис-стейшн. Вижу. Ну надо... Цель-церковь, цель-церковь.
Да, надо это пополнить. Слушай, так это этот городок, где я так. Тогда убил этого бронированного гаврика. Да, да. Крутого. Слушай, он... идет. Я беру его. Так, машинов что-то должно быть по-любому. Давай это автомашину обыщем. Блин, я чуть тебя не ударил. Да я бы в автобус. Если ты меня ударил, я бы окочурился. Это было бы очень забавно. Пережить 150 зомби, расстрелять и умереть от фонарика. Подробно, да-да-да. Да-да-да. В автобусах бывает обычно. Вода. Он у меня кряхтит, что-то постоянно так. Да, да. Я к автобусу. С обратной стороны автобуса, я имею в виду, я видел, лежит женщина, поэтому не набеги на ней. Просто там, смотри, я пока в красное здание пойду. Подожди, далеко от меня не убегай, потому что у меня все, коцка. Я понял. Коцка. Автобус пустой. Все, мы идем обратно. Сюда. Ко мне. Не, давай вот здесь, вот то здание, которое отдельно стоит. Да, там, конечно, зомби нет вроде бы. Если только что... будь рядом со мной, я еще вот эти две машины быстро обыщу. На такой видном месте, ё-моё. Да понятное дело, так я сколько раз выстрелил-то. Ой, как ко мне зомби идет. Смотри за ним. Нормально. Назад. Блин, я одну машину не обыскал. Ну да, иди туда. Подожди, сейчас я быстро её обыщу. Он левее от тебя. Ты за ним смотри. Если что, да, я на себя сагрю, а ты... Все, он идет к тебе. Ой, я не могу бежать быстрее. Все, хорош. Хорошо. Так, давай сначала к этому зданию, потом к церкви. Спокойно. Так, здесь можно уже посмелее, потому что вроде их нету. Дайте антибиотиков. Дайте мне антибиотиков. Что-то там есть. Так, по-моему, внутри рычит. Аптечка полная. Тихо, где? Прямо. Тихо, там рычит кто-то. Нет, это не аптечка, скотина. Ты что так обнадеживаешь-то? Это маска. Рычит. Кто-то бежит. Отойди, на мой. Вижу. Классно ты так аптечку перепутал с маской. А маска красная или черная? По-моему, черная. Что-то у меня какие-то глюки. Я тоже. Вот здесь у тебя в доме... Ничего не это. Есть, да, такая фигня? Да, это видно, она исчезает. Мерцает. Так, ну все, здесь Япа. Ничего. Водичка и маска. Давай возьму. Поменяю. Пойдем в церковь. Помолимся. Надо лечиться. Пойдем, выход-то какой. У меня, понимаешь, у меня любой удар, любая пуля. Я понимаю, я поэтому боюсь за тебя. Поэтому надо тебе идти в церковь. А я пошел первый. Ты я здесь. Я за тебя, только, Вань, я наоборот рядом с тобой, потому что если я не смогу даже убежать, никакой ускориться не могу. Так ты бегу, я в другое место, и в другое время место их убегу. Нет, а если кто-нибудь ко мне подбежит сзади? А никто сейчас зомбаков никого нет. Но мало ли. Все, я сейчас... боюсь, братюня, я боюсь. Стой. Так, аккуратненько. Там полицейский участок. И машина до хера слева. Ой, справа! Ой! Блин, Ванька, я спаниковал. Промахнулся. Я ж тебя... Не, ну мало ли ты не успел. Я же за тобой слежу. Так, у меня 4 патрона, потом перехожу на винтовку. Слева. Слева, давай слева с машин начнем. Давай. Ну все, это наше здание. Нормально все будет. А, ну да, я вспомнил. Я забежал за церковь и там его убил. Блядь, да нахер мне эта сода нужна? Попить перед смертью газировки, чё. Так, особо здесь тоже не бегай, аккуратно. А, Ванька застрял. Да еб тут мофтить, а. Чё? Церковь, нихера нет. Ну все, у меня умирает тут. Дади чипсы разбросаны. А ты чё в церкви ожидал увидеть? 8 аптечек? Ну, тогда мы столько всего встретили. Бежит, я вижу. Я так понимаю, эта серия закончится на моей смерти. Какой-нибудь, причем глупой и случайной. Тебя по слотам как, если что, мое оружие забрать?
Ну, я могу съесть что-нибудь. Бежит. Съешь винтовку. Бежит. Давай. Блин, так-то по глупости здоровье потерял. Первый раз, когда лежачий, меня кусал. Как ты не мог на машину, как я, спрыгнуть, залезть? Потому что он у меня когда коцанный, он... Сёма, назад. Чё? Мало ли эти очнутся. Что начнется? Очнутся вот эти двое, которые лежат. Да не, они на коллях. Слева аккуратно. Прям через арку выйдешь, налево стоит парень. Понял, я его позову на себе. Там два парня. Сёма, идёт парень. Вижу. Мне просто интересно, в машинах что-нибудь есть, нет? Иди ко мне. Быстрее не могу. Иди ко мне. А если в машинах что-то есть? Ладно, пошли в полицейский. Подожди, я этого чувака на себя возьму, и ты пойдешь. Подожди. Всё, он уже согрелся. Отойди от меня. Отошел. Стреляют! Нет? Нет. Звук был такой, как будто отскакивает пуля. Все, иди в машину. Блядь, еще один. Еще один. Ну ты его можешь взять теперь. Да. Пойди, беги к машинам. Из полицейского еще один вышел, но он мимо идет. Посмотри, что сзади меня. Вижу, я смотрю. Самое прикольное, что если сейчас здесь есть люди, то нас точно коснут, потому что мы с тобой по сторонам вообще не смотрим. Все, сейчас не до этого. Ну, понятное дело. Так, главное, мы выживаем. Вода, это хороший суп. Ну, нам это не главное. Хороший суп. Все, я пошел, давай, иди ко мне. Вижу. Говно. Бери. Я захожу. Я вижу. Справа там стоит чувак возле забора. Ой, иди сюда. Я иду сюда. Нож. Вот это радость. Че, мне пырнуть себя? Думал, пистолет. Я, наверное, нож возьму вместо фонарика. Он, наверное, явно всяко лучше. Да, тебе тем более там все писали, что он лучше. Так, а у меня нету места. Все, этот, который в темноте видит. Кто? Фонарик, он там. За решеткой он там. Что за фонарик, который видит в темноте? Прибор ночного видения? Да. О, берем. Блин, вдвойне обидно будет умереть. Бежит к тебе. Вижу. Так, ты все обыскал? Ну, вот здесь, где мы с тобой были, да. Другую, туда, дальше туда не ходил. О, зомби, Вань, зомби, убей. Я не могу, быстрее, иди ко мне. Паника, да ты не пролезешь здесь. У меня 3 патрона. Еще один бежит. Иду уже к тебе. Сбегай внутрь. Я бегу к тебе. Давай. Вон где-то сейчас через центральный вход зайдет. Ползем. Заходит. А он не понял. Сейчас начинается настоящее выживание. Сейчас начинается настоящее умирание. У меня уже вся рука мокрая. Волнуюсь за тебя. Вот тут тебе надо шлючку? Какую? Шлем? Да. Ну давай возьму шлем, это все лучше, чем маска. Прыгаю сюда. Выхожу отсюда. Полицейскую вторую машину мы с тобой не обижали, да? Нет. Справа где-то рычит, поэтому аккуратно. У меня ладошка вся мокрая, со страху. Все, ой, она бежит. Вижу. У меня вообще все в крови, знаешь, когда вот... Да я знаю, я много раз бегал в таком состоянии. Сарай пойдем, нет? С которой сзади. Надо, Сёма, хоть как что-то, надо искать медикаменты. Ну да, по-другому никак. Тебя надо лечить и лечить. Я не понимаю, где они все медикаменты. Ну вполне возможно, вот в этом здании будет впереди, слева. Видишь? Прям в центре, которая. Пойдем со мной. Да с тобой. Мне так нравится. Как никогда я хочу жить. Флайер, да нахер ты нужен? Так, что, пойдем сюда или туда? Куда ты хочешь? Ну, вон там большое здание, и вон тут эти тоже пожарка или что это. Куда тут пожарку сбегаем, вот это слева? Или нет? Ну, давай. Или как мне кажется, он более вероятно, что он там есть что-то. Вот здесь, да? Тогда да. Вот эту бабу я беру на себя, она давай. Одна. Я, ну да, вот красный, давай. Ты смотри. Смотри. Я пока машину обыщу. О, там есть это скорая помощь. Это больница, там по-любому что-то должно быть, Вань. Пошли.
пошли. Давай, пошли. Я напрямую туда, через проход, в дырку, Вань. А ты сюда? Да, ну потому что там стоит эта медицинская машина, скорая помощь. Давай. Так, я если понял. Здесь не будет медикаментов, я расстроюсь, это по идее, это больница, Вань. Я понял. Ну конечно, что еще можно найти это, в скорой помощи? Соду? А, ну в воду. Соду, воду, еще что? Манную крупу? Ничего не нашел? Ну воду. Пошли обратно, да, заходим. Если бы нашел бы, я бы сказал. Надо же зайти сюда. Ну, обратно, чтобы это... Подожди, давай по проторенной дороге. Ну зайдем только с обратной стороны. Подожди, я с этой стороны зайду. Ты будь там. Да, ты правильно идешь там, правильно, там нет ничего. Ну так а что ты споришь со мной? О, антибиотики! Ой, мои сладенькие антибиотики. Нашел, да? Где? Да. Только у меня... Вань, ко мне бегут. Нет? Я не могу их взять. Где ты? Да твою там мать. Я бегу. А, дайте антибиотиков. А, все потемнело, посветлело, отлично. Вон еще один, давай. Где? Ой, я беру антибиотики. Иди. Дайте поширяться. О, я люблю этот магазин, что это больница. Бегут? Я водую с одним. Давай, если что, кричи. Сколько у тебя жизни? У меня сейчас ноги заполнены, но я сейчас еще пожру. О, ну слава богу, полегче. Нож ты да вы. Все, у меня почти полная, Вань. Ну все, нормально. Теперь меня надо лечить. Да, тебе сколько? Половина. Ну, у меня чуть больше половины. Ну, ближе к. Ну, все, идем вот сюда прямо. Тише. Ой, как я люблю эту больницу. Нож так, взял? Да. Все, я бегу туда. Машину сейчас возьму. Я уже отвык от того, что картинка светлая. А я уже это. Страх. Мя ушел. Страх и ненависть. Такое ощущение, что тут кто-то был. Почему так? Почему так пусто, ты хотел сказать? Ну конечно. Вообще ничего нет. Шоколадки. Это же есть. Как меня бесит эти ограничения по весу. Так, тебе что-нибудь попить надо, есть? Надо? Нет. Потому что у меня 9, вот. Извиняюсь. А все, я уже это. Даже шоколадки не могу. За выражение. Так. Так, поесть у меня ничего нету, да? Так, у тебя вода, значит я сейчас воду одну выпиваю, у меня останется место. Да, давай ты бери эту еду, я эту одну съем. И одну ты взял, да? Воду эту не бери, у нас вода есть. Потом. Да-да, у меня 8 бутылок и 9 кока-кол. Ой, ёпти. Так, куда идем? Так, ну мы не все. Так что застрял на месте, меня не пугай так. Сюда пойдем? Ну давай туда, там у тебя пожарки. В пожарках я пару раз оружия находил. Ну не в этих, где мы с тобой играем. Ну понял. Давай сюда проход подойду. Там зомби. Думаешь, там можно сзади зайти? Не, ну тут какие-то столики стоят, зомби наверху. Не, сюда нельзя заходи. Да, можно, пожалуйста. Можно, да? Ну, там вряд ли что-то есть. У нас с тобой здесь, видишь, такие большие-то здания мы практически все обыскали. Остались маленькие домики жилые. Угу. Да, мы с тобой большие на этом на адреналине все обыскали. Ну и что толку от этой пожарки? Ну, пойдем в этот маленький домик, который красный сейчас напротив. Пойдем. Зомби нет, там что-то. Да, ограничение по килограммам. С одной стороны, это логично. Так, слева аккуратно их много. Да, и справа один. Лысый черт. Слева дофига. Так, ты смотри направо, я смотрю на левых. Угу. Просто так-то, с одной стороны, если сильный человек, он может и 20 килограмм. Так, блядь! Все, меня убили. Вижу. Блядь, на меня зомби сагрились. Братюня, ну... Я ничего не могу сделать. Буззус какой-то. Ты убежал? Да, я убежал, но меня не по-любому достанут сейчас. Ты видел его? Нет, вообще не. Я на зомби смотрел, и поляну я перед этим посмотрел. То есть это видно где-то с города убили. Причем так. Выстрел был один, одиночный. Так, я вижу твой труп. Если к нему подбегут, то я увижу. У тебя же есть какое-то оружие, да? Да, но у меня...
Одну в один выстрел вообще это. Могут высечь. Я еще ничего не вижу, потому что это. Но они сейчас по-любому будут меня искать, потому что он где-то выше был. Да, на поляну я только что посмотрел. И сразу начал на зомби смотреть. Значит, где-то слева стреляли. Майкл, ну я сейчас. В принципе, с той стороны они меня не должны видеть. Я вижу твои вещи через проход. Но если они дураки, они не пойдут к вещам, согласись? Да. Либо один пойдет. А ты так с пушкой с этой как издалека видишь примерно, сможешь попасть? Ну, попробую. Ну да, смотри, две вещи берется, у него он секунду будет стоять, даже две. В это время можешь выстрелить. Да как так? Беда. Здесь два варианта. Или мне караулить, потому что я сижу за стеной. То есть ко мне только сзади можно подойти. Ты в городе? Да, я прям возле пожарки. Только я вижу, ко мне можно подойти или сзади, или со стороны больницы. Твои вещи я смотрю. А, получается, ты рядом со мной. Так, на кого-то зомби согрелось. Так, он сейчас прибежит ко мне, Ванька, имею в виду. А я все, вышел, я не вижу что. Тихо, тихо. Он рядом со мной. Я слышу его. Я слышу его. Ну. Он зайдет. А! Убил. Падла. Двое. Двое, да? Ай, блин, так лоханулся. Ёкарный бабай. А видишь, Сём, потому что мы с тобой увлеклись медикаментами про всю оборону нашу, про это. Ой, мы два лохопёра. Ну ладно, давайте, друзья, на этом эту серию закончим, очередной нашей смертью. Но в любом случае, она была интересная, да? Поборолись мы за жизнь. В принципе, я мог их сейчас высечь, если бы один, видишь, он тоже хитрый, он зашел и ушел, а я уже выстрелил, то есть он меня спалил. Ну хорошо. А второй как-то вышел, да? А второй с другой? А второй перекрывал ход. То есть, получается, один зашел, вышел, я в него пальнул и начал левее отходить. А там уже второй ждет меня на скосок. Ну, посмотришь на серии потом. Ну, в любом случае, можно было, конечно, повоевать, но не того уровня я вояка, чтобы это делать. Давайте увидимся уже в следующей серии. С вами был Anybody Play, мой дружище Иван. Всем пока. Пока.